Thank you.
Сегодня мы почитаем стих 31 из 13 главы первой песни Шримад-Бхагаватам. Давайте помолимся Господу. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом агьян тимирандасья Янанджана шалакая Чакшурун милитам яна Тасмай Шри Гураве намаха Шри Чайтанья манобиштам Стхапитам ейна бутале Сваям рупа дадамахьям Дадати свападантикам Вандехам Шри Гурух Шри Утапада Камалам Шри Гурун Вайшнавам Шча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатхан Витам Там Садживам Садвайтам Савадхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахаган Лалита Шри Вишакан Витам Шча И Кришна Каруна Синху Дина Банху Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаваниншвари Вришабану Сути Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпатарупешча Крипа Синхвибьяевача Патитанам Паванибьо Вайшнавабьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Nivadi Paschati Dishtarine. Аджата Шастру Крипа Майтру Хритагнир Випранна Твати Лого Буми Рукмай Грихам Правишту Гуру Ванданая Нача Пашьят Питару Саобалимча Аджата Шахтру Крита Майтру Хутагнир Випрамна Тва Тила Губу Мирук Майх Грихам Бравишто Гуру Ванданая Нача Пашьят Питару Саубалимча Аджата Шастру Крипа Майтро Хутагнир Випранна Тва Тила Гобхуми Рук Майха Випранна Тва Тила Гобхуми Рук Майха Грихам Правишто Гуру Ванданья Грихам Правишто Гуру Ванданья Нача Пашьят Питарау Субалимча Нача Пашьят Питарау Субалимча
Аджата шатру крипа майтру хутагнир. Випрана тва тіла гобхумі рук майгі. Випрана тва тіла гобхумі рук майгі. Гріхам правішта гуру ванданая. Гріхам правішта гуру ванданая. Начапаш яр пітару сам балімча. Аджата шастру хрита майтру хутагні. Випрана тва тіла гобхумі рук майгі. Випрана тва тіла гобхумі рук майгі. Гріхам правішта гуру ванданая. Гріхам правішта гуру ванданая. Начапаш яд пітара усав балімча. Начапаш яд пітара усав балімча. Матерчи. Аджата шатру крипа майтру хутагнір. Випрана тва тіла гобхумі рук майі. Гріхам правішта гуру ванданая. Начапаш яд пітара усав балімча. Аджата шатру крита майтру хутагнір. Випрана тва тіла гобхумі рук майі. Гріхам правішта гуру ванданая. Начапаш яд пітара усав балімча. Начапаш яд пітара усав балімча. Пословный перевод. Аджата. Никогда не, не рождавшийся. Шатрух. Враг. Крита. Совершив. Майтрах. Поклоняясь полубогам. Хутта агних. И подкладывая в огонь топливо. Випран. Брахманы. Натва. Выражая почтение. Тила губхуми рук моих. И раздавая коров, зерно, землю и золото. Грихам. Во дворец. Правишта. Войдя. Гуру ванданая. Чтобы выразить почтение старшим. На. Не. Ча. Также. Апашьят. Увидел Питарау, своих дитьев, Саубалим, Гандхари, Ча, также. Перевод Шрилы Прабхупады. Махараджа Юдхиштхира, чей враг еще не родился, исполнил свои ежедневные утренние обязанности, вознеся молитвы, совершив огненное жертвоприношение Богу Солнцу, выразив почтение брахманам и раздав им зерно, коров, земли и золото. И затем вошел во дворец, чтобы выразить почтение старшим. Однако он не нашел там ни дядьев, ни тети, ни дочери царя Субалы. Комментарий. Махараджа Юдхиштхира был в высшей степени благочестивым царем, поскольку сам исполнял свои ежедневные обязанности благочестивого домохозяина. Домохозяевам полагается вставать рано утром и после омовения почтить домашние божества, вознеся им молитвы, предложив топливо священному огню, раздав брахманам в виде милостыни земли, коров, зерно, золото и так далее, а затем поклониться и выразить должное почтение старшим членам семьи. Тот, кто не готов на практике следовать указаниям шастр, не может стать хорошим человеком только благодаря книжным знаниям. Современные домохозяева привыкли к иному образу жизни. Встают поздно, пьют чай в постели, не заботясь о чистоте, не проводя вышеупомянутых очистительных церемоний. Их дети привыкли к тому, что делают их родители – и поэтому все поколение катится в ад. От них нельзя ожидать ничего хорошего, если они не будут общаться с садху. Материалистичный человек может, как Дритараштра, получить наставление от такого садху, как Видура, и тем самым очиститься от влияния современной жизни. Махараджа Юдхиштхира, однако, не нашел во дворце ни своих дядьев, Дритараштру и Видуру, ни Гандхари, дочери царя Субалы. Он очень хотел увидеть их, и поэтому обратился к Санджаю, личному секретарю Дритараштры.
Еще раз перевод стиха. Махараджа Юдхиштхира, чей враг еще не родился, исполнил свои ежедневные утренние обязанности, вознеся молитвы, совершив огненные жертвоприношения Богу Солнцу, выразив почтение брахманам и раздав им зерно, коров, земли и золото, и затем вошел во дворец, чтобы выразить почтение старшим. Однако он не нашел там ни дядьев, ни тети, а дочери царя Субала. Итак, в этом тексте мы прочитали о том, каков должен быть ритуал, процедура для цивилизованного человека, который встает рано утром и, совершив определенные обряды, направляется к старшим, чтобы принести им свои поклоны. Здесь перед нами, как пример, предстает царь Махараджа Юдхиштхира, который являлся не просто отцом семейства, который являлся, можно сказать, отцом государства. Он взял на себя такую огромную ответственность, и мы видим, как он прекрасно выполнял все необходимые процедуры утренние. Потому что на самом деле это очень важно, утром создать хорошую базу, платформу для того, чтобы день прошел как надо. Вот мы, например, тоже создаем сегодня хорошую базу для себя. Мы пришли утром почитать Шримад Бхагаватам, воспеть имена Шри Кришны, и это очень похвально, безусловно. Всем спасибо огромное за это, что меня тоже подхватили, так сказать, в эту воронку благоприятной жизни. Но Шрила Прабхупада в комментарии также дает здесь определенную контрситуацию, такую противоречивую ситуацию современных домохозяев. Они, в отличие от Махараджи Юдхиштхиры, в большинстве своем не следуют подобным предписаниям шастр и не следят за своей чистотой, показывая дурной пример своим детям. Дети подхватывают все это, и поскольку у них разум достаточно открыт ко всему новому, они тут же это все копируют, и, соответственно, поколение за поколением мы пребываем в Кали-юге и этим же оправдываем, собственно, свое поведение. Ну что делать, Кали-юга, что вы от нас хотите? Ну, может быть, я, по крайней мере, так делаю. Конечно, встречаются тоже в наши дни те люди, которые стараются следовать всему вышеописанному в 31-м тексте. Но это, конечно, редкость и исключение. Сейчас для нас в виде, так сказать, садху предстает так называемый одноглазый гуру. Это либо телевизор, либо уже сейчас планшеты, всякие телефоны с большим экраном, где люди просто погружаются и черпают оттуда пример для того, чтобы вести себя тем или иным образом. На самом деле, для того, чтобы правильно начать день, нужно правильно войти вот в эту матрицу, окружающую нас обусловленность. Для этого нужно подпитаться утром как следует хорошим духовным вкусом. Для всех преданных это не секрет. Мы утром посвящаем лучшее время чтению Хари Кришна Махамантры. Давайте повторим все вместе. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. То есть мы не допускаем какого-то праздного времяпровождения утром, стараемся, по крайней мере, не расточительствуем этим ценным временем, да. Для царя утро – это тоже хороший повод, чтобы совершить пожертвования, заняться благочестивой деятельностью. Здесь описывается, что он раздавал зерно, коров, земли, золото, да. Для нас это немножко диким кажется, потому что если сейчас правитель начнет раздавать коров каждому, то людей ждут большие проблемы. Потому что на обеспечение коров требуются немалые средства. У Махараджи Юдхиштхиры были возможности содержать их. У него, ну,
понятно, что коровы, зерно, то есть амбары с зерном, это все нужно как-то поддерживать, это все нужно как-то обновлять. И это показатель, что человеком есть достаточно золота, чтобы со всем этим справляться. У нас сейчас тоже многие пытаются заботиться о коровах, не делая из этого какие-то коммерческие проекты, потому что это не очень-то выгодно на самом деле. Корова, когда дает молоко, безусловно, на эти деньги от продажи можно жить, но потом, когда она уже состарится или когда она, допустим, молоденькая, это же все нужно кормить и так далее. Вот как пример, недавно приезжал брат супруги из Нарисимха-Гошалы, это поселение в Калуге под Москвой. Там преданные начали выкупать коров или просто брать их, тех уже стареньких, или там, которые как раз не производят молоко в основном, их около 60 там сейчас пасется. Из них всего несколько поддерживают жизнь этой гошалы. И вот преданные, взяв на себя такую, можно сказать, обузу, но в то же время понимая всю праведность этой деятельности, сейчас находятся в поиске просто средств для того, чтобы покормить их на зиму. Это свеженькое очень. Нарисимха-Гошала. Гуракши, даже Гуракши вот это называется объединение. И там всего лишь две-три семьи, которые вот как бы убирают навоз, кормят их. Им нужны сейчас приличные деньги на то, чтобы собрать им на пропитание сена. Вот это стоит недешево. Мне даже так по секрету сказали, что 750 тысяч, представляете, прокормить 60 коров, то есть это немало. А в этом тексте написано, что царь жертвовал каждый день коров, да? То есть немножко другие были времена. Вот. И в нашем случае это, конечно, неприменимо. Махараджа Юдхиштхира, после того, как совершил все, что необходимо для того, чтобы пропитаться благостью, он пошел во дворец, чтобы поклониться своим дядьям, Видури, Дритараштре, также Гандхаре, но не нашел их. И далее будет говориться, что он был очень опечален этим. Казалось бы, почему? Дритараштра был, можно сказать, его врагом вечно, являлся причиной, так сказать, бед всех пандавов. Но в то же время здесь демонстрируется хороший пример поведения по отношению к старшим. То есть молодые имеют тенденцию отходить от правильного пути. И для них находиться без руководства весьма и весьма опасно. И даже для Махараджи и Тхиштхиры это было понятно, потому что он как раз являлся примером. Хотя как личность, как сын самого Дхармараджи, для него это не было проблемой. Мы это прекрасно понимаем. Но тем не менее, как пример, вот он здесь переживает, что их теперь нет рядом. Ну а для них, собственно говоря, это как такое негласное соглашение среди тех, кто уже подходит к последней стадии своей жизни, кто готовится к тому, чтобы перейти в новое измерение, в новый план бытия, да, они уже начинают как раз покидать насиженные теплые места, вот, чтобы можно было сосредоточиться, чтобы проявить в Яваса Ятмика Будхих, как мы знаем, ум, чтобы был однонаправленный и не манговитвистый. Чтобы уже далее хорошо организовать свое пребывание, в следующей жизни. Например, мы знаем, что Тритараштра, он получил освобождение в следующей жизни, благодаря тому, что получил общение с Видурой чистым преданным. И мне кажется, вот в этом стихе как раз это является ключевым моментом, вот эта строчка. От них нельзя ожидать, от них это имеется в виду, от тех, кто не следует ничему, ничего хорошего, если они не будут общаться с саду. То есть для тех, кто изначально ничему не следовал, есть какой-то шанс, да?
Вообще, для нас целью практики является прем-бхакти, как мы знаем. Вот. И для нас дан определенный путь садхана-бхакти Шрилы Прабхупады. И путь этот в определенной степени противоречив, потому что мы знаем, что садхана и бхакти, как это можно вот совместить механический процесс садхана и бхакти, который ну, фактически из него не рождается, но в то же время ну, как бы, не может без него существовать в определенном смысле. Нет, есть, конечно, исключения. Например, Кришна может даровать беспричинно свою милость любому. В шастрах постоянно приводятся такие вот определенные такие ну, роковые моменты для тех, кто ничему не следует. Вот и в то же время рассказывается, как Кришна может запросто дать милость. Например, вот Путана получила, да, возможность пребывать в духовном царстве, несмотря на то, что никакой садны у нее не было. Говорится, что Кришна, он, ну, по сравнению с Господом Читанием, он как бы скуповат на милость. На самом деле Господь Читание еще более милостив, но и еще более милостивы, конечно, его преданные. Поэтому милость льется вокруг нас просто рекой, надо успевать поставлять ладони. Вот. На нашем уровне мы, безусловно, не ждем вот эту хваленую милость, хоть она вокруг и бьет фонтаном. Мы не сидим сложа руки, как я уже сказал, путь садхана-бхакти для нас является основным, то есть мы стараемся что-то делать, насколько хватает сил, потому что наш ум, он очень сильно привязан к материальным каким-то субстанциям, отождествлениям. Вот. Но в целом причиной появления бхакти это служит именно общение с вайшнавами, то есть семя бхакти попадает через тех, кто им обладает. Есть хорошая история про брата Махараджи Бали. Помните, да, это преданный, который жил, преданный Господа, великий преданный, который жил в низших мирах и который полностью предался вот, благодаря, ну, благодаря определенной ситуации. И вот у него был брат, который был ну, полной противоположности, пьяница, бездельник, хулиган. Вот, и Махараджа Бали ничего не мог с ним поделать, хоть и молился за него искренне, пытался его как-то вразумить, но ничего не получалось. И в один прекрасный день он обратился к Нарада Муни с просьбой как-то повлиять на него, потому что, как мы знаем, Нарада Муни очень хорошо влияет на таких личностей. Какие есть примеры в истории? Охотник. Охотник Бригари, да? А еще? Угу. Дети Шугеры. Ну, мы можем тогда также перечислить тех, кто был чуть более благочестив или просто более благочестив, чем те, кто совсем ничему не следовал. Может быть, такие тоже примеры есть. Ну, так, чтобы память потренировать, да? Прохлада Махарадж. Прохлада Махарадж, Киджай. Еще? Друг Махарадж тоже. Да? Угу, спасибо. Вот. Ну и, безусловно, Нарада Муни сказал, что нет ничего проще. Он пришел в покое брата Бали, Махараджа. И как только тот его увидел, он сразу впал в ярость, понял сразу, что ему пришли что-то донести важное вот, и ценное, в кавычках, для него. И он начал его, в общем, ну, там, начал чуть не бегать за ним, там, пытаясь его как-то, ну, выставить, в общем, из помещения. Вот. Но в конечном итоге, поскольку он был слегка, так сказать, ушатан, в состоянии опьянения огненной водой, то Нарада Муни было легко от него, там, так сказать, ну, вот, куда-то, в общем, так сказать, переместиться, а тому было тяжело его догнать. И в конечном итоге Нарада Муни ему сказал: «Ты знаешь, за все твои прегрешения в конечном итоге ты попадешь к Ямараджи. Это факт». Ну, тот на это подумал: «Какой там Ямараджи? Ничего не существует.
все брахман или еще что-то подобного рода. Вот. Но далее Нарада Муни сказал: и в этот момент ты обязательно должен вспомнить мои слова. Ты должен задать ему вопрос. Чего стоит мгновение общения с чистым преданным? И брат Бали, хоть и был, конечно, сильно разъярен на него, он все-таки как-то вот искренность Нарада Муни подействовала, и он, ну, как-то вот отпечаталось ему в сердце, и он заронил эти слова себе глубоко. И действительно, в определенный момент ему они пригодились, когда он появился перед Ямараджем, вот на этом страшном суде. Там еще был Читракету, который продемонстрировал ему всю его никчемную жизнь. Как мы знаем, перед тем, как человеку выдадут обвинение, он должен просто посмотреть на аргументы и факты, что действительно происходило, что это не напрасно. Вот, и ему предоставили возможность сказать последнее слово. И тут вот как раз память включилась, по милости Параматмы. Он так и спросил: а что вообще будет, если вот человек пообщался одно мгновение с чистым преданным? Ямарадж? Правильно я сказал? Ямарадж был очень удивлен. Он сказал, что: ты знаешь, я, кстати говоря, не в курсе, потому что у нас тут таких нету, нам такие не попадают. Вот он говорит: ну-ка, давай отправимся к Господу Брахме с этим вопросом. Точнее, даже нет. Сначала они пошли к Господу Шиве. Вот. И Господь Шива, тоже услышав это, чуть ли не проронил слезу, потому что он осознал свое положение. На самом деле, он все время находился в общении со всякими гоблинами, привидениями, там, ракшасами, да, которых, ну, он как-то выручал благодаря тому, что они находили у него прибежище, покровительство. И он тоже был... ему было невдомек, что же может такое произойти на самом деле, ну, чему это равняется, насколько это ценно. И они пошли вот дальше к Брахме. И Брахма, несмотря на то, что имел четыре головы, тоже никак не мог это, как сказать, проанализировать. В результате чего они оказались на Друва-Локе, в гостях у Господа Вишну. Это проявленная Вайкунтха. Вот. И Господь сказал: да, я могу ответить на этот вопрос. Читань Чан Чаран очень хорошо рассказывает эту историю. Я просто давно ее слышал и не смогу как передать вот эту эмоцию, но ну, суть в том, что как бы, ребята, ну, результат общения с чистым преданным то, что у вас, наверное, какие-то свои дела, вы можете, в принципе, возвращаться обратно, а вот он останется со мной. Ну, что-то в этом роде. То есть мы можем сделать вывод, что вот есть такие ситуации, как Аджамила, например, вот, который получил милость и возможность практики преданного служения. Он, в общем-то, уже был в руках ямадутов, но в то же время был освобожден, да, и дальше он занялся уже практикой по-серьезному, он уже понял свое положение, вот такое, на грани падения, на грани фола. А в этом случае тут уже вообще как бы беспрецедентная просто милость, когда ни за что, ни про что человек получает вот такой вот шанс общения с самой верховной личностью Бога. Вот. Ну, вообще, конечно, в ведической культуре общение с саду – это просто константа существования, это то, без чего не может обходиться жизнь. До сих пор в Индии, если кто-то приезжает из садху, то жители просто бегут к нему на даршан. И это культура, на самом деле. Такая ценность, на самом деле, большая, которую те, кто следует или наслышаны о ведической культуре, принимают. И еще вот мне понравилось, что Махараджа Юдхиштхира, он, находившись в определенном ашраме, знаем, грехасхашам, здесь сказано. Ашрам – это как, ну, это, ну, как-то тождественно, что ли, ну, в нашем восприятии с современной церковью, мечетью. Но в то же время отличается от нее, потому что это не просто место для отправления ритуалов каких-то.
Он пришел, допустим, что-то сделал такое по отношению ко Всевышнему, ну, качественно, и по своим делам дальше, вот как галочку поставил. Здесь мы видим, тоже есть этот эпизод, но в то же время это культура общения, культура мировоззрения ашам. И вот у нас есть не один ашам даже, а целых четыре. И есть свои тоже правила, предписания для каждого, кто находится в одном из ашамов. Но должен сказать, что просто общение с садху, как таковое, как правило, не имеет такой ценности, как именно уважительное общение с садху. Потому что в любом человеке есть склонность к сравнению, к превозношению себя. Присутствует определенная гордость. И когда в обычном случае человек общается со святой личностью, он постоянно начинает как-то вот сравнивать. И он как бы сам метит вот на эту позицию. И в то же время наша задача принять авторитет садху и, ну, хотя бы, ну, изнутри, ну, не, ну, для нас и снаружи тоже, безусловно, а вот для просто человека обычно хотя бы изнутри, вот во время, например, проповеди, махараджа иногда, ну, не иногда, в общем, многие постоянно даже, выходят на санкиртану, и представьте себе такая ситуация, что обычно смертный, и напротив него стоит святая личность, да, у которого уже есть ученики, который парампарой авторизован давать посвящение и так далее, вот брать на себя карму учеников и все такие вот серьезные очень вещи, вот, которые буквально ведет ученика в духовный мир, за тхоти которого можно зацепиться и вот попасть через потайной ход, который нам дал Шрила Прабхупада, туда, куда обычному смертному никогда не получится ступить. Да? Вот что я хочу сказать, что все-таки внутри должно проявиться определенное вот почтение к тому, кто дает, ну, нам вот это семя, да. И наш ум, как кристалл, когда мы видим садху, отражает качество этого садху. Нам может показаться очень легко, что у нас нет вожделения, у нас внутри такое бесстрашие, у нас появляется вкус к святому имени. И это будет всего лишь отражением. Мы, конечно, можем это, так сказать, ну, сделать, ну, ярлычок, что это вот мое такое, что вот я добился благодаря своей неуклонной аскезе, но на самом деле это лишь, ну, такое блеклое отражение того, что есть у садху. Садху, он полностью счастлив. И вот мы тоже становимся такими. Недавно еще был фестиваль садху-санга. Прекрасно помню вот это время, когда, находясь там, прям чувствуешь, как вот отщелкиваются все эти какие-то лишние вещи, которые здесь доминируют и которые здесь не дают нормально продохнуть. А там столько махараджей, столько учеников Шрилы Прабхупады в одном месте, что это просто какое-то наводнение любви к Богу происходит. И самое основное, что, конечно, нужно делать в случае, когда мы общаемся с садху, это в первую очередь слушание. Вот через слушание как раз проявляется очень сильный вкус. Мы помним историю, когда Шрила Прабхупада впервые встретился со своим гуру Махараджем Бхактисиддханта Сарасвати. Это было в Калькутте. И его просто пригласили на даршан. И он, ну, нехотя согласился, поскольку он уже видел много разных садху, которые, ну, выдавали себя за таковых. И Шрила Прабхупада прекрасно понимал это. Но, увидев своего будущего духовного учителя, он не растерялся и начал с ним, буквально говоря, спорить, проверять его. Он сказал, что
прежде чем заниматься какими-то духовными вещами, проповедовать, мы должны получить независимость. Индия тогда была под властью, под игом, так сказать, иностранных держав. Вот он говорит, мы иначе просто никто нас не будет слушать. Но Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что главное освобождение – это освобождение от влияния своих чувств, от влияния своего ума. Вот так он парировал его. То есть нужно овладеть своими чувствами. И Шрила Прабхупада, он явно потерпел поражение от своего будущего гуру. Он шел домой, и вот это поражение, оно было для него даже слаще, чем победа. Вот так духовный учитель, он передает, да, вот, счастье. И даже если кажется, что я вот такой, ну, как бы, никчемный, жалкий, вот такая позиция ученика, испытываешь от этого огромную радость. Ну, или, по крайней мере, чувствуешь, что эта радость, она есть. Может, не огромную, конечно, по-разному, в зависимости от раздутости ложного эго. Вот. И одно из также главных правил в общении с садху, вот я уже сказал, это уважение, да, признание своего, своей несостоятельности. И вот что еще мы должны делать или чего мы не должны делать в общении с садху? Давайте подумаем. Не должны стараться как-то его дискредитировать, сковырнуть, подковырнуть. Это очень важная вещь. То есть мы должны избегнуть оскорблений, потому что они просто заставят нашу гордыню разрастаться и не дадут нам возможности получить высший вкус. Но, как мы знаем, Дритараштра получил освобождение, но он не получил высшей любви, да? Хоть и были соблюдены определенные вот требования для этого. То есть он пообщался с садху, он послушался его, да, то есть уважение было к нему и так далее. Но вот, видимо, какие-то оскорбления ему помешали, потому что были, ну, таких ряд таких ситуаций, когда вот по отношению, например, к Видури тоже мы знаем, он либо бездействовал, либо там гневался очень сильно и, ну, беспочвенно фактически, потому что Видура хотел ему блага и хоть и давал ему такие прямолинейные советы, но пытался просто спасти его, на самом деле. И также мы, конечно, должны избегать оскорблений к святому имени. Но в то же время, вот сами, если мы являемся объектами оскорблений, например, мы должны выносить это спокойно. Мы не должны там как-то на это реагировать слишком ярко выраженно, так сказать. Сейчас читаю книгу, например, «Уроки любви» Бхактивиданта Госвами. Там одна из первых историй, как Шрила Прабхупада, когда выслушал, ну, в своем направлении какие-то вот вещи, там, не очень приятные для любого человека, он очень спокойно к этому относился. Он, говорится, там не был обидчивым. Но в то же время, если что-то касалось там вот оскорблений преданных, он мог просто выйти из себя настолько, что просто там, знаете, рвал и метал. Вот это я понимаю, такое качество, да? Мощное, представьте себе. И, кстати говоря, когда была ситуация неприятная очень, с тем, как вот четыре саньяси, ну, в начале, можно сказать, движения, они решили как-то, ну, в общем, они так себя повели, я точно не помню эту историю, они так себя повели, весьма неблагородно по отношению к Шриле Прабхупаде, хотели пригласить его духовного брата, вот, чтобы Шрила Прабхупада отошел от дел. В общем, это такая история, которую я, честно говоря, сильно не вникал. Вот. Но вот Шрила Прабхупада был обескуражен этим, и было действительно, вот, было чем расстроиться, потому что это его ученики, это те, в кого он вкладывал свои усилия, проливал на них милости, ну, в конце концов, надеялся просто на них. Вот. И он просто уехал из Соединенных Штатов, уехал в Индию. Но потом он вспоминал, что это буквально Кришна заставил его сделать этот шаг, и это было началом кампании вот этой индийской, благодаря которой в Индии так хорошо распространилось
сознание Кришны, искон, посеял семена вот своего хорошего влияния на социум в Индии, потому что искон, в принципе, и не был особо известен, ну, вот, за пределами Соединенных Штатов, поэтому появились такие храмы во Вриндаване, как вот. Какие храмы, кстати, появились во Вриндаване благодаря этому? Вот какие храмы Шрила Прабхупада построил? Кришна Баларам. Угу. И в Майпуре тоже, соответственно, Шрила Прабхупада проповедовал. И в Калькутте, в огромных вот в этих городах, миллионниках. Так что, ну, видите, допустим, какая-то критика для вайшнава, она может быть уроком, ну, в том смысле, что это как, ну, как вот Кришна как бы его заставляет развернуться, вот, действовать, да, и Шрила Прабхупада как бы, получается, осознает себя марионеткой в руках Кришны, вот, осознает такую милость себя инструментом, учеником, да, и вот у него такая позиция проявляется настоящего гуру. Не просто, что я там самый гуристый гуру, а именно, что я являюсь слугой по-настоящему. Так, это я о чем говорил, интересно, немножко выпустил. Да, точно. Вот по поводу этих оскорблений, действительно. Что то, что к себе спокойно, когда тебя оскорбляют спокойно, а когда ты делаешь. Вот, точно. Недавно пережил тоже такой момент для меня. Вот как только я прочитал эту историю про Шрилу Прабхупаду, я на своем опыте понял, что это такое вообще. Когда ты как бы, когда тебя оскорбляют, и там внутри такое закипает, чернота такая поднимается, сейчас я отвечу. Не знаю, так Кришна тоже какую-то ситуацию такую соорудил, что один мой старый знакомый, до сознания Кришны, он как-то, в общем, проявился у меня на странице ВКонтакте и написал мне, короче, все, что он обо мне думает, почитал, в общем, все, что у меня написано, и написал. Причем написал нецензурными выражениями, что я даже не стал читать, что он писает, но я пишет, но я чувствовал, что там вообще. Ну, как бы там, знаете, такое, что ну ты так, ты что, ты думаешь, что ты такой хороший? И пошло. Просто почитал, в общем, что типа, ну я, в общем, так особо, ну, как бы говорю, что вот я не вдавался, потому что там прям такие резкие слова, они, то есть, знаете, так, как будто запах спирта прям в ноздри такой, не очень приятно было. Ну и в то же время я прекрасно понимаю, что действительно, как бы заслуживаю этого. Но есть, это все, что он сказал, внутри-то есть, по сути. Вот. И он даже сюда пришел на программу, такой появился первым делом, открыл дверь такой, он меня увидел, я ему такой улыбнулся, но я не знал, что делать, я такой ему улыбнулся, он такой посмотрел на меня, придурок, представляете? Вот так, а? Он для этого пришел? Я не знаю, если честно. Но он остался на просад потом. Он потом еще со мной там минут пять мы стояли, общались. Ну, я как бы, не знаю, постарался, как сказать, пережить внутри, знаете, так, ну, необычно, в принципе. Волнение такое внутри возникает определенное. Думаешь, что делать-то вообще? На программе обычно как бы здесь такого не говорят. Все такие, знаете, в экстазе, просто на хариболе, на позитиве. Да так Кришна интересно дает, как бы, такие, ну, уроки внутри, чтобы просто посмотреть, на самом деле, что там есть вообще. Ты вообще как какие твои мотивы вообще, что-то как-то, ну, что из себя представляешь вообще? Вот есть еще одна замечательная история, которую хотел рассказать. Про Дживану Такура. Это тоже история, связана с общением с садху. Вот такой был замечательный человек, Дживан Такур. И всю жизнь он прожил благочестивым образом, следовал шастрам. И под конец он состарился. И поскольку не было особо уже сил, да и надобности там сильно трудиться, вот, на пенсию особо не прокормишь себя и семью, в общем, он уже стал таким бедным человеком и обратился к Господу Шиве с просьбой как-то помочь ему выпутаться из этой ситуации. Вот. И тот явился ему во сне, сказал, что ты можешь пойти во Вриндаван, там живет некий садху по имени Санатана Госвами, у него есть философский камень. Точнее, даже он не сказал философский камень, он просто сказал, он тебе поможет, просто пойди вот во Вриндаван, найди его и пообщайся с ним.
Вот так он и сделал. Пошел во Вриндаван, нашел Санатана Госвами. Вот это в те были, можно сказать, далекие времена, когда во Вриндаване находилось вот второе поколение после Господа Чайтани, те, кто передавал эту милость, которые, те личности, которые составили Сиддханту, наши сампрадаи. И вот Санатана Госвами, когда ему, к нему обратились с такой просьбой, ну, как бы разрешить материальную ситуацию, он развел руками и сказал: ну ты посмотри, я вот в набедренной повязке сижу, вот в какой-то хижине, да, такой захудалый. И, собственно, что я могу сделать для тебя? Вот. Хотя, поразмыслив немного, он вспомнил, что у него там где-то, в общем, на заднем дворе в куче мусора лежал философский камень. Вот. И он такой: о, Эврика, ты можешь пойти туда и взять этот камень. Ну, конечно, так он и поступил, наш главный герой. Вот. Ему было объяснено, как им пользоваться. Нужно прочитать определенную мантру, загадать желание, и оно осуществится. И так он пошел счастливый, но в то же время некое сомнение закралось внутрь, в его сердце. Вот что значит общение с садху, да, определенное сомнение вообще в правильности. Те ли мотивы, вот, которые меня одолевают, являются истинными. Но, в общем, мысли были его таковыми, что раз этот саду, Санатана Госвами Прабу передал мне такую ценную вещь, значит, наверняка у него должно быть еще более что-то ценное такое, да, естественно, потому что дешевые вещи просто так не раздаются налево-направо. За дорогими вещами в очереди не выстраиваются. Вот, это за побрякушками можно стоять там в очереди и на распродаже их за копейки получать, но, видимо, что-то не то с этим камнем. Вот, и вот эта мысль осенила его, и он просто взял с размаху, как выкинул этот философский камень в Ямуну и подумал, что нет, все-таки пойду-ка я к нему и буду получать истинные знания, истинные ценности. Вот так он поступил, и для нас это тоже прекрасный пример того, что мы действительно должны ценить милость общения с садху. Что мы можем получить веру, шрадху, которая является основой всего, только из уст и от общения с преданными. А если у нас даже не получается подойти и получить даршан к святому человеку, то у нас есть для этого все, у нас есть книги, у нас есть лекции. Так что давайте практиковать сознание Кришны в полной мере, все 24 часа в сутки. Харе Кришна, пожалуйста. Ваши вопросы, комментарии, добавления? Вот, знаете такого старшего преданного Локанатха? Можете что-то ему сказать? Старшего преданного? Вы имеете в виду вот современника, да, нашего? Он читает Шримад-Бхагаватам, ну, когда его приглашают. Я, вот, к сожалению, не понимаю, не могу ничего сказать. А почему такой вопрос? Ну, мы как раз обсуждаем у нас тему, какая подходящая, правильная. Надо общаться со старшими преданными, говорите, надо узнавать на это, на это. И, собственно, такой вопрос, потому что старший преданный, он такой хороший. Ну и больше узнать хотел бы о нем, что это все. Потому что прославлять сам себя человек не может, то есть я же не могу к нему прийти. Ну, расскажите о себе, да? Как-то некультурно, как-то неправильно. Согласен. Да, ну, я думаю, что хороший рецепт — просто к нему на лекции почаще приходить, потому что наверняка он будет какие-то примеры давать, да, вот из жизни. Я в последний раз, когда тоже сидел вот здесь вот на Вьясасане, мне вот объяснили, что хорошая лекция — это когда вот человек делится, ну, искренне, вот, из своего опыта. Вот это действительно интересно, это ценно. Не просто там то, что он перечитал, где-то там услышал, а вот именно то, что он пережил. И я думаю, из его опыта вы как раз подчеркнете какие-то необходимые сведения о нем самом. Ну, так он будет вкраплять их наверняка. Вот. А кто у нас, ну, из преданных может рассказать? Старшие? Да. А, ну, вот сидящих здесь, собравшихся, может быть, кто-то, если знает, подойдите, пожалуйста, расскажите, вот, ты может быть, свои впечатления. Ну, можно делать это, может быть, это даже... Да, может быть, вот, не знаю. Или на программе, да. Но это не проблема. А не расскажешь. Точно, точно. Вот, так что... Хорошо.
На Бхактивриксе мы бы сейчас просто все руки дружно вверх бы как подняли, благословили бы на то, чтобы вы исполнили свои желания заветные. Так вспомнится, что... Ну вот. Да, так что... Спасибо за вопрос, Харе Кришна. О, извините, пожалуйста, Владимир Прабу. А вот Сергей Прабу тоже хотел, он еще давно руку поднимал. Вначале большое вам спасибо за катку. Как раз вам такой вопрос, как свои утренние обязанности совершать как садхана, именно как раз настроение бхакти. Соответственно, во сколько вставать, да с какие джапы учитывать, чем заменить раздачу золота, коров. То есть как это делать именно настроение бхакти? Ну, конечно, вопрос к представителю Вьясадева, но не ко мне, безусловно. Но поскольку я вот здесь расселся, то придется как-то отвечать. Я считаю, что очень важным, поскольку вкуса у нас, может быть, не так много, сколько хотелось бы, сотрудничать с преданными в этом вопросе. Это значит, что периодически можно приехать в ашрам. Вот чтобы почувствовать этот вкус настоящий, говорите, в духе бхакти, можно приехать в ашрам, провести там ночь, утром мангаларати, джапа с вайшнавами, лекциями. Вот такое предлагают старшие преданные. Потом, когда нам надо очень рано на работу, и нет такой возможности, то можно связаться с преданными по скайпу, тоже прочитать, например, джапу или прослушать вот повещание Шримад Бхагаватам. И таким образом, я думаю, что вот благодаря общению именно тоже вот с садху, общение с садху — это не значит, что мы должны прямо чистого преданного искать. Когда у нас нет прямо совсем вот такого наичистейшего, мы можем общаться с менее чистым, ну, как наш ум говорит, вот этот менее чистый, этот более чистый. Ну или с самым нечистым, допустим, это тоже, я думаю, сработает, потому что в отношениях все, да? В отношениях со святым именем, если, ну, у нас еще не так сильно развиты, а они, кстати, нам могут дать вообще все, то есть если мы будем прям внимательно повторять, то имя будет раскрываться, безусловно, то общение с преданными – это прям вот такое живое общение, с которым у нас есть наверняка какие-то отношения. Так что я считаю, что вот хороший вариант связаться с преданными по скайпу, например, прочитать джапу или вот пригласить утром домой тоже. Можно любой текст с Бхагаватом выбрать. А по поводу раздачи коров, я думаю, это заменяется раздачей просады в таком доступном варианте. Вот. Можно приготовить, например, взять с собой на работу и там кого-то угостить. Я думаю, что это тоже будет засчитано. Ну, так как-то я увидел ситуацию. Харе Кришна. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Ну, вроде стало понятно, что делать или что не делать, когда оскорбляют нас, когда оскорбляют другого в нашем присутствии. А что делать, если человек, ну, преданный, например, оскорбляет или как-то принижает сам себя? Ну, бывает, и скромности делает, либо с какой-то самоиронией. Как к этому относиться, или что-то сказать, или наоборот, как-то воспринять? Когда, например, кто-то, мы видим, что он слишком закапывается, да, вот в своих как-то этих недостойных качествах, в этом смысле? Нет, когда он, ну, оскорбляет сам себя, ну, говорит, вот, ну, я такой падший, или я так не умею, что не умел что-то делать, хотя делает вроде нормально, ну, и бывает, что он делает так, либо из какой-то самоиронии, либо действительно как-то, либо из скромности. Ну, то есть стараться опровергать это вот так вот, я явно, думаю, либо можно как-то, ну, просто выслушать. Вот если у нас с самооценкой как бы все в порядке, если она такая хорошая, или если она завышенная, то тогда нужно взять с него пример, чтобы тоже как бы, ну, относиться серьезно к своим каким-то несовершенствам. Ну, то есть покритиковывать тоже себя. Я думаю, это не, ну, так, неплохо. Но если самооценка имеет тенденцию падать, допустим, то мы можем, ну, его ободрить. Ну, или если это ему мешает, вот как я увидел ситуацию. Потому что действительно, как-то сложно что-то делать, когда совсем кажется, что я самый падший, я самый никчемный преданный на свете. Как Шрила Прабхупада, помните, ободрил.
Помните, да, как он сказал? Когда к нему преданный пришел и сказал, вот я такой падший, я самый падший. А что Шрила Прабхупада сказал на это? Просто незначительный. Ты сказал, ты просто незначительный. То есть, в принципе, и человек такой, о, фу. Да. Ну да, мне кажется, что главное, чтобы не заходило в крайность. Вот. Это, конечно, в определенной степени психологический момент, когда вот самооценка так вот скачет. Но, в принципе, у нас же садхана бхакти делится вот на два периода. От шрадхи и до бхавы, или, скажем, до ништхи, и вот уже дальше. И вот первый этап, он как раз характерен такими ганатаралами, взлетами и падениями. И когда человек, имея материальные такие привязки, он имеет тенденцию, как бы, сами понимаете, совершать какие-то, может быть, вещи, к которым он потом может относиться так очень, как сказать, критично, что «ах, я такой негодяй», там, и, допустим, вместо того, чтобы смотреть на какие-то хорошие, позитивные вещи, он будет видеть в себе вот это вот, и оно будет его лишать, будет лишать его сил. Слишком такая чрезмерная концентрация на том, что я такой действительно падший. Поэтому, может быть, вот дать ему возможность отворить окошко, форточку со свежим воздухом и просто оглянуться по сторонам, что ну да, или не знаю, примеры какие-то привести из шастр, потому что там полно всяких примеров, падших, там, не падших, всяких, да. Вот, и если читаешь вот эти примеры, как бы немножко тоже примеряешь на себя, что думаешь, ну, в принципе, жить можно. Как-то так. А бывает так, что если человек делает что-то, хорошо, но он говорит про себя, что я делаю это плохо. Ну, допустим, кто-нибудь там расскажет что-то, и потом начнет извиняться, что, извините, я так коряво все рассказал, я такой косноязычный. Вот. И как это, начать опровергать, либо просто пропустить? Ну, тоже по ситуации, я думаю, вот, насколько действительно, насколько это, искренне, неискренне, потому что иногда привычка такая просто у нас возникает, что мы прям себя так занижаем явно, демонстрируя свое смирение. Бывает же такое, да? И на это можно не обращать внимания, мне кажется, потому что это просто такая модель поведения. Я знаю, один очень хороший, преданный, очень хороший. Он обладает красноречивым даром по природе. И он каждый раз, допустим, перед тем, как что-то сказать, он говорит, я не знаю, что сказать. И тут я чувствую, сейчас надо слушать внимательно. Сейчас будет что-то такое важное сказано. Я навостряю все уши, а я что-то не знаю, это значит для меня предупреждение, что грубо говоря, я пропускаю это мимо ушей, что на самом деле ему есть что сказать, даже если вот он так говорит. Но это нормально, что преданные, они такие, внешне достаточно скромные. Хотя это тоже от характера зависит, наверное. Кому-то невозможно себя, сделать скромного, потому что, невозможно, просто такая харизма, что никуда не денешься. Хари Кришна. Нам Евгений сбросил ссылочку, где вы проповедовали на журнале «Пять углов», да, и там корреспондент в конце написал, что вы не ответили еще на вопрос «Кто я?». Что действительно так, до какой глубины нужно копать, чтобы понять, кто я, свое предназначение, либо что именно вы имели в виду, или он, может быть, неправильно как-то. Да, тут я когда тоже прочитал, для меня это было сюрпризом, я подумал, что это вообще за ерунда, я думал, что мой поиск уже кончился, что все, я уже понял, кем я на самом деле, каким я являюсь, а потом я подумал, что, на самом деле-то я не понял еще, то есть теоретически-то да, они добавили это, в принципе, это чтобы я не зазнался, что там все так все описывается, такой молодец, а в конце он не понял еще, кто он на самом деле. Так что правильно, что написали. Но слава богу, что там вот храм ведического планетария поместили, да? Вот это я был удивлен, если честно. Я не думал, что там так запроповедуют, всем школьникам. Спасибо. Хари Кришна. Все слава Шри Прабхупаде. Там есть
Короче, какие нужно минимальные, может, ритуалы сделать перед джапой, чтобы как бы не сильно вдаваться в это? Ну, хочется с утра уже сразу джапу читать, по сути, встал, но надо же какие-то еще ритуалы провести маленькие. Ну, как бы минимальный какой-то набор ритуалов перед джапой, чтобы настроиться правильно, очиститься там. Ну, и с другой стороны, ну, как бы джапа, она же всегда самая важная. Ну да, вот здесь очень, конечно, индивидуально. Я знаю, вот есть один преданный, который пользовался книжечкой Варшаны Прабху. Там после каждого круга есть, ну, определенная цитата, и там как бы много вдохновения. Ну, например, вот такой момент. Ну, перед кругом, допустим, прочитать вот что-то такое вдохновляющее. Или перед всей джапой открыть Шримад Бхагаватам. Но мне кажется, хорошая настройка изначально — это то, что я делал перед сном, то, что я делал в течение предыдущего дня. Если там бывает такое, что сильно как бы разочарование испытываешь там в себе, ну вот как раз самомнение как-то оно прямо вниз. И это очень здорово, что хочется тогда вот на Кришну действительно положиться, потому что уже не знаешь, куда деваться, что только святое имя может спасти, и привязавшись к нему, мы решим все проблемы. Вот если это, ну, поселилось у нас предыдущий день, то тогда утром просыпаешься и прямо первым делом так и возникает огромное желание повторять святые имена. И тут уже просто, ну, надо сесть, нормально сосредоточиться. Я не знаю, кто-то может даже, ну, как бы забудет о том, что нужно какие-то омовения там проводить или еще что-то. Ну, кто-то вот, у кого божества, он, поклоняясь им, тоже получает благодаря отношению с ними, они развиваются, вот такой сильный вкус, такую эмоцию, которая потом в джапе проступает. А кто-то поет мангала арати перед тем, как читать джапу, и повторяет 10 оскорблений святого имени. Давайте, кстати, вспомним, какие существуют на свете по Бхактивинода Такуру. Равные полубоков к повиноваться указаниям духовного учителя. Оскорблять ведические писания, те, которые есть. Соответственно. Проповедовать, ну, как бы не преданно, ну или как правильно сказать. Это вот потом уже. Потом уже. Опять по порядку надо. Да, давайте почитать славу святого имени с плодом воображения. Невнимательное чтение. А это вот 11 у нас уже корень, да? Это из царского порода. Ага, шестое у нас пошло. Давайте собственное толкование, да? Седьмое? Совершать вещи, ощущающие действия святого имени. Давай, восьмое. Считать повторение Хари Кришна благоприятной деятельности, описывая разделе ее с кармаканой. Девятое. Рассказывать славу святого имени верующему. И последнее. Держаться за идеальный вариант. Не есть мало веры, да? Получить столько оскорблений. Так что вот я думаю, это хороший тоже может быть ритуал. Потому что, когда повторяешь святыми, потом себя ловишь, что «А, елки, вот это же…» А потом вот так. И это, ну, структурирует повторение святого имени, не давая сильному идти в разнос. Вот. Вот. Хари Кришна. Еще маленький вопрос. Угу. Ну, спасибо, что вот вопрос-ответ вот сейчас и хороший, и вы хорошо там все отвечаете, как хорошо. А, вот такой вопрос появился, собственно. А кто у вас, ну, кто ваш наставник? Можете сказать? Наставник? Да. Да, конечно. Прямо санкитный правил. Я просто так, да. Я тут не могу сказать, ну, сказали. Ну, вечер, когда наступает, спасибо за лекцию, вечер, когда наступает, сильно тамагуна начинает действовать. Ну, и настолько сильно, что как-то вот это влияние, что про все забываешь, ничего не помнишь. Вот утреннего настроения вот этого, его уже нету. Особенно если, допустим, там джабу прочитал, ну, как бы вроде какие-то обязательства минимальные выполнил, да. Как вот вечером, ну, это регулировать, эту ситуацию? Может, какие-то есть
рецепты, что ли? Ну да, вот здесь у нас в тексте было рассказано о том, как нужно вставать, как нужно вот... Ну, я это увидел, как бы душа, как бы вот это вот входит в эту матрицу окружающего материального мира, которая не свойственна ей, но которая в какой-то степени свойственна, потому что душа, она может быть с материальным и с духовным связана, да? Такая, как бы, ну, в зависимости от чего, того, что в ней больше доминирует, какую собаку мы больше кормим, там, да, вот это все. Ну и в то же время вот у нас есть еще материальная обусловленность, мы не можем так просто раз и сбросить их, что я душа, я прекрасна и хороша, или как там, да. А вот у нас еще есть тело, обязанности там перед семьей и так далее, перед друзьями, близкими. А вот по поводу ложиться спать, я думаю, что надо дать себе определенный обет, например, ночью, ну, в смысле вечером, не входить там в интернет, например, потому что это может пагубно сказаться, потому что там очень много информации, это такой раджас перед сном раздувает. Потом не есть, например. Я думаю, здесь скорее вот то, чего не нужно делать в первую очередь. Не есть, допустим, на ночь. Если человек очень голоден, то там как бы дать себе поблажку, там выпить стакан молока, может, воды или еще что-то такое. Ну, в общем, индивидуально. Если сильный пищеварительный огонь, можно, в принципе, слегка что-нибудь поклевать, конечно. Но просто вот в расчете на следующий день это скажется, конечно, во время подъема. То есть мы по будильнику уже, скорее всего, не встанем. Если встанем, будет очень тяжело, чтобы не усложнять себе жизнь, вот следовать определенным вещам, вот как ранний отбой. Для этого, конечно, нужны обеты в духовной жизни. То есть просто так не получится соблюдать и не получится помнить об этом, потому что слишком сильные, наверное, привычки у каждого из нас, вот обычные наши материальные обусловленности, не дадут нам вырваться. Ночью или вечером появится много дел, миллион дел, которые захочется сделать, которые никак не связаны с сознанием Кришны. При желании, конечно, все можно связать, но стараться как бы скорее не делать, чем вот что-то конкретно делать. Но вообще рекомендуется еще читать вечером такие вещи, как Кришна-бук, например, или Бхагавад-гита. Но иногда просто так настолько как приходишь уработанный, ну, домой, что там уже не разбираешь, что перед тобой написано. Но с другой стороны, если так вот собрать волю в кулак, там так вот можно даже залечь и так начать читать, то это будет хорошим снотворным, безусловно. То есть я считаю, что главное перед сном это реально, ну, заставить себя лечь спать, вот, особенно если человек устал, не наводить раджаса, иначе потом тяжело будет вообще до 12 там уснуть. И таким образом подъем более будет успешным. То есть, мне кажется, надо как бы деятельность снизить, вот, свести на нет, просто чтобы человек мог так спокойно погрузиться в этот тамагуну, в сон. Вот, и потом уже вот приложить определенные усилия, чтобы правильно войти. Да, выход действительно из матрицы не менее важен, чем вот обратное возвращение. Можно чуть-чуть уплотнить? Позволите? Еще есть такая штука, что можно горячий душ, коснулся, полагает, очень хорошо, и душ просто поставьте музыку, какие-то мантры, еще что-то. И на подъеме тоже можете, на холодной душе тоже музыку, и у вас просто будет настроение само, ну, как бы коснуло вот это вот, сводиться на нет, да, вот вы будете походить, потому что вот, духовность уже спать, потом там ставили спать музыку, вот, хорошо, и ночью можно тоже оставлять музыку, чтобы она играла, проснулись такие, проснулось сознание такое, а, музыка, все хорошо. Да, спасибо. Очень хорошее дополнение. Грандара Шримад Бхагаватам Ки Джай. Нантакоти Вайшнава Вриндаки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Спасибо всем большое. Спасибо вам.